Изготовьте зелье берсерка. Целых 5 штук. Тыкс. Зелье берсерка. Ну, сургуч это понятно. Это Один. Все остальное шляпа. Кровавый гриб. Гребаный кровавый гриб. 10 штук надо. Ну чё, пойдем за грибами? Предгорье отчаянных и лес теней, соответственно. Друзья, всем огромный привет, с вами Харди, мы продолжаем. Скол? Скол, конечно же, скол. Это Фростборн. Пока мы ждем с тобой супер-пупер Архимага, я думаю, ты уже знаешь, Архимаг, он будет где-то вот здесь, там надо будет 40 тысяч очков в котел вкинуть. Короче, это жесть вообще. Но парень фантастический. Будет бегать в легкой броне и пользоваться, значит, любыми посохами. Любыми. Хочешь словить, значит, от пати из 4 человек, тогда жми не одиночку. Когда мы собираем грибочки, да, рубим дерево, конечно, нам не нужен с тобой агрессивный режим. Хотя, если хочешь погорячей, да, и хочешь с ботами бомбиться, тогда оставляй агрессор режим. Ну и все, и пошла жара, да, вон он, гриб стоит. Нормальный, вполне себе гриб. Ящички попутно будем лутать, медведей нагибать, да, все как обычно. Оп, хорошо, да? Эта локация чем еще хороша? Так, ой, смотри, да, он стоит растение гребаное. Эта локация еще хороша тем, что здесь у нас... Блин, вот этот снег вообще бесит, реально. У нас здесь кожа фармится хорошо, да? Ну а ящики лишние никогда не будут. Опа, вот он и агрессор. Ой, что-то включил такое фантастическое. Давай, кидай меня что-нибудь. Ща. Это был бот. Если был бы игрок, ник бы не показался, да? Блин, ну как бы да, игрок бы, он бы что бы сделал? Игрок бы кинул вот такую штуку. Вот, мы еще здесь с тобой, значит, клен бомбим. Мы не только грибочки, да, собираем. Фантастический бот. А, хорошо? Еще бы. Че там убегает? Че там убегает? Все, он откис. Еще один бешеный бот. Ха-ха, какая дикость вообще. Это отвязные пацаны просто. Пойдем хоть посмотрим, что у него лежит, да? Не будем парик пока этот скидывать. Надо просто увидеть, что у мужчины в руках. Че попало вообще? Просто тупо бешеный бот. О, еще кто-то, смотри. Слушай, че так много ботов, я понять не могу. Ну как бы ладно, что есть и есть, да, пускай будут. Но это забавно, забавно. И все агрессивные, смотри-ка, че. Блинчики, фантастический бот. Чик. Что приятно в этом ростке? Скажи мне, скажи. Вот. Не надо его рубить. Его рубить не надо. Вот что приятно в нем. Все остальное овно, значит, рубится. Будем стараться, конечно, меньше воевать, да? То есть нам нужны тупо мухоморы. Блин, такой паровоз сейчас неприятный будет. Бегу. Мы ящик вот тот вскрыли, я не помню. На семейных локациях будет... О, смотри, что веточка. Бегу. Так, блин. Друзья, оставьте мне этот сет, а? Он мне еще нужен. Мы сейчас еще на семейную локацию пойдем. Там уже живые мужчины. В общем, смотри, здесь грибочки, да, собираем. Клен собираем. Что еще? Кожу собираем. Я не знаю, суперская. Лока вообще просто огонь. Ну или не собираем, да? Что такое? Мне показалось, его здесь не было только что. Вообще-то, блин, безбашенные просто боты, я офигею. Ты смотри, что, и все нападают сразу, да? Ну отлично, вот сюда идем. Ай, ты медведь, ты гребаный. Не дал мне медведя-напарника наказать. Вот этих пацаны вообще кожа хорошо идет. Конечно, периодическим, да, чем-то надо лечиться. Ну, то есть, вот, морковку я взял, да, конкретно. Чтобы не... Да, блин, друг, ну отвали.
чик, и пошла жара. В общем, не бойся, не бойся. Игроки есть, конечно, они никуда не делись, да? Они не могут не есть. Но по факту у нас их не так много. Бывает, блин, дофига попадается. Бывают, вот видишь, да, одни боты бегают. На семейной локации, да, там пострашнее. Там побольше будет бомжей всяких. Такой, да? Бомжей всяких. Ну, в смысле, игроков. Ну, когда я, значит, тебя накажу, можешь меня тоже бомжом обзывать. Потому что, ну, ничего себе. Нет, нет. Молодец, молодец. Успел, блин, большой. Такой большой, такой... Давай, до свидания, дружище. Так, все, пойдем на семейную локацию. А... Все ли, блин, вот сугробы снегом, да? Они, о, стоять, мужчина! Вот этой шляпы очень много теперь, да? Очень много. Внимательно прям смотри, просматривай каждый миллиметр. Здесь можно еще раз пробежаться. Они не показываются, да, у нас на радаре эти веточки гребаные. Но это интересно, это интересно. Нам автоматический режим подрезали чуть-чуть. То есть нам теперь надо смотреть, во-первых, глазами эти деревья, да, недоделанные, хотел сказать. Недовыросшие деревья глазами смотреть. Это раз. Скоро класс добавится, который прячет всю пати на минуту. И их не видно, пока ты к ним в упор не подойдешь. Представляешь? Подходишь, тебя нахлобучивают. Грязь, грязь. И в автоматическом режиме ты бегаешь, собираешь вот этот снег. То есть это прям вообще трагедия, реально. Сейчас вот я, если разобью вот так, да, красиво, и типа я буду искать вот это вот, да, вот этот клен и грибы. Фиг! Он еще будет сейчас бегать и искать гребаный снег. Это прям вообще, слушай. Прям увидели, да, что мы творим с тобой, и такие, о, давай подрежем пацанам эту тему. И подрезали. Молодцы. Тут не спорю, резко среагировали. Не было раньше этих сугробов, и было все очень легко и просто. Ты пришел на локацию, 5 сек, и ты уже знаешь, да? Растет клен здесь или не растет? А теперь фиг. Так, ну что, уходим? Так, теперь вместе с друзьями. Фу! Вот тут интересно, вот тут уже не боты. Тут по 2, по 3 человека, все, это не боты. Это пацаны, которые хотят тебя наказать. Оп, побежал. Но тут и ресурсов больше, да? Я думаю, ты это и так знаешь. То есть тут клёна может быть штуки 3-4 дерева. Как и металл, да? С металлом такая же тема. Реально 3-4, представляешь? Вообще дофига делов. Так, ладно, забиваем пока на ящики. Я когда начинал играть, я тоже... Ой, блин, вообще бесит. Вообще бесит. Вот, смотри, ворона. То есть кто-то есть здесь на уровне по факту. Гребаная ворона. Давай, наказываем этого бомжа. Что делать? Да, легче было сразу, да, его наказать и это, и не грузиться. Время не тратить. Ну, как сделали, так сделали. В общем, смотри. Я тоже раньше боялся до ужаса. Блин, вон. Ну, это бот. Был бы не бот, он бы меня уже бомбил. О, видел, он откис. Вообще идиотизм. Когда игрок, он сразу на тебя пойдет. Он не будет идиотизмом заниматься, да? Ну, то есть, блин, это ж понятно. Он тебя увидел в поле зрения, все. Но неплохие такие боты, да? Ничего так дарят нам халяву. Хорошо, мне нравится. Олень. Оленя. О, нет. Ой, еще. И скорее всего это ботик. Хорошие боты. Хороший бот, мертвый бот. Вон еще один бот. Хороший бот, мертвый бот. Только что придумал, а? Фантастика. Что-то он стоит, не шевелится. Так, думаем. Ну, давай, если не шевелится, быстро посмотрим, что он у себя... Вообще, я в шоке, блин. Я в шоке с этих дерзких пацанов. Грязь, да? Вообще безобразие. В общем, когда мы с тобой начинали играть, мы этого не знали. Я точно не знал. Сейчас в этом видео ты видишь, что все не так уж страшно. Тут реально бот на боте и ботом погоняет, блин. Вообще. Очень много ботов.
Тебе могут попасться игроки, и они будут попадаться. Но ботов тоже дофига. Ну, кстати, классная штука. Крушитель-макрушитель. Так, окей, продолжаем наше путешествие. Здесь тоже, да, ерунды всякой наоставляли. То есть, грубо говоря, за воина можно нарядиться и так неплохо сейчас бегать. Меня реально напрягают только эти снежные ерундовины. Вообще бесят. Оу, дружище, что случилось? А так бывает, да, так бывает. Когда на мужчину нападаешь серьезного с большим ножиком. Инвентарь переполнен? Ты что, офигел что ли? Эй. А, я не то собираю, вон оно растет, блин. Блин, вообще, да? Смотрю так, ну ты понял, да? Так, мне показалось, что это вот дуб. Так. Красиво, красиво. В общем, ничего не бойся, смело иди и бомби. Я не говорю тебе, что игроков нету. Мы можем с тобой попасться прям вот, понимаешь, вот прям сейчас, блин. Но действительно, их гораздо меньше, чем кажется. Когда начинаешь играть, ты такой, о, PvP-локация. О, какие-то пацаны на меня нападают всегда, да? Столько PvP, прямо о, ужас какой. Да это все боты, ёлы-палы. Это все боты. Вообще не страшные. Ну, то есть, ну они, да, они тормознутые, они не юзают. Как игрок, это понятно. То есть, чё смеяться-то? Дирижабль. Так, давай, во-первых, вот с этим ножом пойдем. По поводу подземелий, тут вот, да, тут уже другая тема. В подземельях действительно бегают игроки. Гораздо чаще они тебе там будут встречаться. Так, мухоморов, 6 штук. Уже так неплохо, да? Неплохо, но все равно недостаточно. Вот эти грибочки, это защитные зелья. В принципе, когда собираешь мухоморы, то надо и вот эту шляпу собирать. А, давай, короче, вот так я сделаю. Ну, в принципе, да? Чтобы порожняком не бегать. Собираешь цветы всякие, ягоды, значит, собирай все подряд. Бегу, 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 мужчина, до свидос. Очень мужчина лысый, очень опасный. Оп! Взял, пошел. Хорошо. О, мухомор вижу. Да я за мухомор вообще, я не знаю, что он сделал. А вон еще там штучка была, видел? Че, серьезно, сломали мою голубую броню? Голубую броню сломали, бомжи гребаные. Так, бежим. Тише, тише, мужчина, не пылите, все хорошо у нас. Ух ты, блинчики. Отродье, ё-моё. Так. Оп. Хорошо. А еще вот так тебе. А я о чем? Вот тебе и уэ-вэ. Оп. Хорошо, да, идет жара вообще. В общем, да, надо повнимательнее надо, да? А то мы прям много упустим. Подношение Ригу. Да некуда мне девать ваши подношения гребаные. Я собрался, блин, вот опять я собрался, как на войну, а пришел, а тут не война, а что попало. О, еще грибочек. Слушай, я вообще грибы фигово вытащил, да, с прошлой локи. Че я так быстро ушел-то? Я не знаю. Не, ну как бы еще учитывается, что семейная, не семейная локация. Бегать, значит, полуголый, да, в трусишках тут, я не знаю. Одевай синий шмот, мы уже с тобой говорили об этом давным-давно. Синий шмот это... Не страшно. Когда ты чуть-чуть поиграешь, не страшно потерять синий шмот. Но в нем ты как бы нормально, да? Это топ-сборка для вообще вот этих... Ну, топ-сборка это сирень, это понятно. Ну, как бы я даже не знаю. В сирене... А когда я вижу игрока живого, бегающего в сиреневом шмоте на оранжевой локации, я вообще ему говорю, фу-фу-фу таким быть, мужчина. Ну, потому что это вообще... Нам еще 2 грибочка, да? И миссия выполнена. А кто тут, кто тут? Никого тут. Но! Тут развейка. И у нас, кстати, будет новое зелье, да? С новым обновлением. Что за зелье? Зелье, которое снимает, значит, позитивные эффекты. То есть я в тебя кидаю бутылку, да? И с тебя вот эти всякие бафы, вот это все с тебя падает. Класс? Вообще супер, да? А вот эта штучка для развейки нужна. Вот эта ерунда. Тоже хорошая ерунда. Так, ладно, здесь мухоморы не растут, пойдем. Мухоморы, 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 мухоморы. Чик, а теперь идем в камни, понял, да?
В идеале, конечно, дальше в этом лесу бегать, но надо время отката. Можно откатываться через лес великанов без проблем. 5-6 минут, и все, и локация обновляется. Есть определенные там условия, когда не обновляется, да? Блин, ну ты чё прикалываешься, тролль-матроль, вот бомж. Как бы серьезный мужчина, да, ну вообще вот не это, не актуален он нам сейчас. Что, блин, пролагал что ли, чё он? А, он чё, он меня потерял. Вообще бесполезный тролль. Ну, что-то там он дает, да, он не совсем бесполезный. Но мне вот он нафиг сейчас не нужен. Мне нужны мухоморы и деревья. Вон, дерево. И даже маг подтвердил, что это и круто. Что, идет? Блин. Гребаный ты негодяй, негодяй. Да, весь мозг вынесет, реально. Не даст мне ни мухоморы пособирать, ничего. Зелье заюзать, вот и вся фантастика. И побежали. Эй, тролль, до свидания. До свидания, мужчина. Бежим, пока бежит ускорялка. Как только заканчивается, резко влево. Оп, хорошо, да? Мухоморы собрали? Собрали. Еще и клен подрубили. Неплохо, да? На семейную локацию сейчас нет смысла заходить, она стопудово не перезагрузилась. Ну да, та же самая. Ну а там, соответственно, бегает вонючий тролль, ты понял, да? Еще есть очень классный способ, где это все собирать. А, кстати, нет, тут есть мухоморы, да? Разломы Хельхейма, да. Пришел, увидел, победил. Ну, в смысле, тебя победили. Если ты играешь с семьей, вообще красиво. Я бы просто ходил на вашем месте постоянно туда. Только собрались. Че, ребят, пойдем? Пойдем бомбить бомжей. Чик. Ну, потому что там всегда, да, интересно. Там можно и одиночек ловить. Они туда щемятся, я туда щемлюсь. Редко, да, но метко. Выхватываю, что я могу сказать. Воу, в вашем лагере может быть не больше 5. Через 16 часов дерево взрастет. И такого безобразия... Блинчики, ну чё тут мужчина? И такого безобразия можно аж 5 штук посадить, представляешь? Что вырастет? Один вонючий, блин, клен бомжинский, что вырастет? Ну-ка давай водичкой польем. О, 2 из 5, вот так вот. 5 деревьев можно на базе посадить, круто, да? Клен. Тара-та-та-тан. Блин, слушай, фарм клена, вот честно тебе скажу, это такая дичь. Мне прям страшно от этих гребаных количеств. Сколько его надо? Ну ты видишь, что я его неохотно, да, бомблю? Ну а чего тут, блин, это же вообще ужас. Чё так много-то, ребят? Я прям только и хочу сказать, чё так много, ребята? Пошла жара. Скоро я получу профессию шамана и могу дальше, соответственно, качать красавчика-целителя. Потом будет чародей 2. Это уже хорошая профа, на мой взгляд. Оу, через часик надо будет зайти в игру. Друзья, с вами был Харди. Если понравился ролик, присоединяйся, подписывайся на канал. Ставь колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Видосы выходят каждый день. Ну и, конечно, оцени ролик Луксом. Ну а я продолжаю охоту за мухоморами. На этот раз уже, как ты понял, это... Что-то там, каменные холмы. Ой, а тут, слушай, игроки есть, прикольно. Ну, как мне кажется. Ой, видишь, хорошо. Может, и бот. Я где-то руду видел. Реально. Ну-ка, щемимся. О, вижу. Ну, это не руда, да, это ошметки руды. Макушка, видишь, какая некрасивая, закрашенная. Горный великан. Чё смотрим-то? О, живой игрок. Убью! Ё-то... Ну давай, убивай. Чё у него в руках там? Ха-ха, клёво. Вот он, живой игрок, да, видно, он осмысленно что-то делает. В общем, пока-пока.